Добрый день. Когда я работал в Avon, у нас был директор по продажам Шлыкова Нина. И когда ее провожали, то сделали такую презентацию, сейчас которую я вам покажу. Вот. Сначала она была региональным менеджером, вот. Потом несколько лет работала директором отдела продаж. Вот справа моя начальница Ирина Лосева. Тут региональные менеджеры. Екатерина Вежицкая, старший менеджер подразделения поддержки продаж. Валентина Дзюбенко, Анна Марычева. Вот такие были костюмированные представления здесь в формате именно такого пиратского корабля. Раньше делали такие на аналоговый фотоаппарат фотографии. Джон Ло, генеральный директор. Ирина Карпаева, вторая слева, директор отдела управления персоналом. Вот такие были каталоги, они раньше были на год. Такие наряды, видите, сразу видно, что это очень давно было. Первый президентский клуб, он был с фарфором. По-моему, он разбивался. Какой-то питерский фарфор. Первые поездки в Лондон. Вот, это старый офис в Уланском переулке. Вот так этот офис выглядел, там рядом еще метро, Сретенский бульвар строился. Поездки звездного клуба, президентского клуба, слева Ференцдер, который стал генеральным директором, до этого был директором отдела продаж. Сейчас он на пенсии. Многие из этих сотрудников до сих пор работают. Снизу тут Юлия Лихачева, ассистент. Это награды Avon за многие годы. В том числе два флейма за самый большой рост продаж 2 года подряд. Это был, по-моему, 2002-2003 год. Вторая справа Елена Старкова, которая потом возглавила Avon Россия. Справа Дмитрий, он организовывал, то есть был режиссером конференций. Елена Кайда слева. Эльмир Мурадян тут есть. Татьяна нам. Это мы в боулинг какой-то ходили. Играли. С Екатериной Вежицкой фотографии. Это в кабинете директора отдела продаж. Вот видите таких фиксиков. Это моя начальница Ирина Лосева и Ольга Большунова.
менеджер по стратегическому планированию Александр Семенцов с Ольгой Савиной. Ну, вот раньше были такие маленькие фотоаппараты, чтобы в них влезть, нужно было наклоняться. Марш против рака груди. Это в парке музеон. Ференц Дер и Нина Шлыкова. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки.